Хорошо. Итак, всем еще раз большой привет. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, как меня слышно и видно. Пока не поставите плюсы, не начнем. Хорошо. Вот уже намного лучше. Замечательно. Итак, давайте с вами познакомимся. Я, конечно, вижу, кто из каких стран. Напишите, пожалуйста, кто из каких городов. И мы дадим еще немного времени людям, которые подходят, которые не успели на вебинар. Очень приятно. Очень приятно, Ирина. Хорошо. А где у нас другая Ирина, я тоже знаю. О, у нас есть даже Андрей из Майнца. Приветствую. Я из Мюнхена или под Мюнхеном. Ну да, Ириш, я знаю. Ты у нас частый гость. А Сергей из какого города? И Наталья. Или я просмотрела? Ага, здорово. Пермь. Ну, у нас тут на странице интернационал на вебинарной комнате. Представлены три страны: Россия, Германия и Израиль. Это здорово. Итак, хорошо. Какое у вас настроение? Либо напишите, либо просто быстро поставьте плюсы и минусы. Я надеюсь, я включила запись. Немножко надо. Я немножко расширю запись. Так. Чтобы у вас была запись, я еще использую Camtasia. Потому что так, хорошо. Пошли плюсы. Замечательно, но тогда мне ничего не нужно делать. Хорошо, переходим к следующей картинке. Сегодняшняя тема у нас «Почему мы ходим кругами?». Кто чувствует вообще, что он по жизни ходит кругами? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы.
Честно, честно спросите себя и поставьте плюсы. Я тоже иногда хожу кругами. Это абсолютно нормально. Я вам расскажу, как это работает. Не поняла, Ирина. Видимо, хотела написать «хожу», да? Я думаю, так. Хорошо, Наташа. У нас присутствует еще Наталья. Вот от нее я ничего не слышу. Алло, вы тут или вы где? Ну хорошо. Так, очень важно, когда все участвуют, это важно для вас, и это также важно для меня. Потому что вы сюда пришли прорабатывать какие-то темы, я так надеюсь, а не просто послушать. То есть я, ведя вебинары, собрала такой небольшой опыт, что есть люди, которые вот просто ходят и просто слушают и ничего не делают. Так вот, на моих вебинарах так не принято, иначе у вас не будет никакого ни эффекта, ни результата. Так что, пожалуйста, работаем. Еще перед тем, как мы начнем работать и медитативно, и словарно, скажем так, я хочу вас спросить, как вы относитесь к медитации? Или нет, давайте я задам следующий вопрос. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной системе, насколько вам помогает медитация. Ну, кто знаком с медитацией? Кто не знаком, просто ставит минус. Потому что у нас довольно-таки пришла... Замечательно, 3 пятёрки, Ирина. Угу. Хорошо, Андрей, Сергей. Значит, мне нужно немножко рассказать о медитации. Хорошо, что такое медитация? Медитация – это, скажем так, некоторое измененное состояние, в которое входит человек. Происходит это следующим путем. Я сейчас приведу тогда короткий пример, поскольку у нас есть 2 человека, да, которые как бы не очень знакомы с медитацией, чтобы в них тоже были хорошие результаты, чтобы они почувствовали. Я хочу сказать, что в медитации нет ничего такого сложного, и это абсолютно доступно всем. Вот запомните, если вам кто-то говорит, что медитация доступна только каким-то просвещенным, нет, это неправда. Медитация доступна всем. И этот, скажем так, тот информационный канал, который для нас открыт с момента нашего рождения и даже еще до нашего рождения. Ну хорошо, давайте сделаем просто очень коротенькую медитацию, чтобы посмотреть, как это работает, да? Закройте глаза и просто повторяйте за мной все, так сказать, моменты. Закройте, пожалуйста, глаза. Глубоко вдохните в себя.
Выдыхая, представьте бескрайнейший океан. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одета, ну, как пример, одежда, суета. Снимите эту одежду. Суета, беготня, возня. Снимите эти одежды, как некое платье, костюмы, и положите здесь на берегу. Снимите также одежду. Это мне непонятно. И положите здесь, на берегу. А теперь налегке увидьте прозрачнейшую воду или ощутите ее. Ощутите эту прозрачно-голубую энергию, в которую вы входите, подобно воде, и полностью растворившись в этом энергетическом пространстве или в этой голубо-белой светлой воде, глубоко вдохните в себя. И выдохнув, откройте глаза. Все здесь? Хорошо. Пожалуйста, напишите свои ощущения. Получилось? Все ли понятно? Есть ли какие-то вопросы? Получилось, это значит, получилось увидеть океан. Почувствовали, как вы растворяетесь. Ощутили какие-то, не знаю, ощутили ощущения, да, ощутили что-то на физике, на вашем теле. Ну, Ирина, понятно, то есть вы занимаетесь уже давно, вы ходите, то есть были у меня на консультации. Больше эта медитация была для тех, кто действительно считает себя новичком. Потому что я сразу хочу сказать, что новичков нету в медитации. Сколько я провожу консультаций, сколько я провожу курсов, я ни разу не видела новичка. Люди думают, что они новички, но они далеко не новички. Меня интересует Сергей и Андрей. Какие у вас были ощущения? Частично. Ну, понятно. То есть, если вы никогда этого не делали, во-первых, нужно хорошее воображение, потому что воображение – это инструмент видения. Своеобразный инструмент, который настраивается. Хорошо. Да, да, спасибо, да. Консультация супер, хорошо. Представил, да, да.
Мы можем с вами договориться, что давайте мы договоримся, не представили, не показалось, а просто увидели. Дело в том, что наш мозг так устроен, но это, конечно, может быть, уже такие какие-то глубокие занятия, но я скажу просто вкратце для вас, чтобы у вас была информация и вы что-то вынесли из этого вебинара. Да? Дело в том, что мозг ничего не может представить. Это своеобразная фактически машина, которая получает информацию с высшего мира и уже готовую информацию, вот тогда мозг что-то может представить. Но сначала нужна готовая информация. Сначала нужен энергетический поток, который бы поступил бы в мозговой, что ли, тракт. И эта машина заработала и, скажем так, уже воспроизвела такое действие, как воплощение этой энергетики на физике. Вообще, любая наша мысль материальна, да? Вы слышали? Вы согласны вообще, что любая наша мысль воплощается? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, кто с этим согласен. И, соответственно, минусы, кто с этим не согласен. А остальные? Вот Наталью нам никак не вытащить. А вы понимаете, как это работает? Почему мысли воплощаются? И нередко воплощаются-то мысли именно, скажем так, ну, негативного характера, мысли, которые мы не хотим, чтобы воплощались. Так, ждем остальных, так, потому что мы об этом думаем. Правильно. А что значит думаем? Значит, мы посылаем туда энергетические импульсы. Мы наполняем это пространство энергетикой. Я вас просто медленно подвожу, так сказать, к нашей теме. Всем понятно, что своими мыслями мы создаем некое пространство и, наполняя его своей энергетикой, фактически даем ему воплотиться в жизнь. Как было бы здорово, если все наши мысли воплощались. И какой вместе с тем был бы каос. Подумайте только, что все мысли от каждого начнут воплощаться. Поэтому высшим миром, скажем так, поставлен некий фильтр. Дело в том, что мы посылаем столько желаний наверх и столько мыслей, что фактически захламляем наше энергетическое пространство там, создавая
определенные проблемы и создавая определенные шаблоны. Давайте перейдем к следующей картинке. Я думаю, она вам очень понравится. Давайте внимательно посмотрим. Это уже ближе к нашей теме. Это касается именно нашей темы. Я в Яндексе нашла эту картинку и просто благодарю человека, который ее нарисовал, потому что так именно и есть. Лучше не нарисуешь. Вот, посмотрите и узнайте себя. Что такое ходить по кругу? Наша жизнь постоянно ставит перед нами какие-то задачи, скажем так, какие-то экзамены, чтобы проверить, насколько мы хотим идти дальше. Проверить нашу осознанность, наше понимание ситуации, нашу готовность. И очень часто, когда мы подходим к определенной двери, как вы вот сейчас видите на картинке, да, вот человек только родился, пожалуйста, да, дети миллионеров, в одну дверь, все остальные в другую. Знаменитый бельгиец, я бы, думаю, не стал бы и не создал бы то, что он создал, если бы он постоянно думал, что он не сможет это создать. А все знаменитые люди, если взять и люди, которые что-то достигли, и ученые, все они верили в свою идею. Все они верили в себя. И вот как вы думаете, вот я сейчас так просто говорю, да, все они верили в свою идею, все они верили в себя. А вот, а в каждый ли момент времени они верили? Неужели у них не было никаких сомнений? Как вы думаете? Ответьте мне еще на один вопрос. Чем отличается смелый человек от, скажем так, несмелого? Сейчас все думают. Итак, вопрос к аудитории. Чем отличается человек смелый от человека, который считает себя не смелым, не способным? Правильно, решительность. Хорошо. А еще Андрей, Сергей, сила есть у каждого. У каждого есть свой канал, просто нужно в него поверить.
Вот, Андрей очень хорошо сказал, вера в себя. Вот, Сергей, большое спасибо. Смелый двигается вперед. Итак, самое главное отличие человека, который смелый, не то, что он верит в себя и ничего не боится, а то, что он двигается вперед. Теперь посмотрите на вот этот круг жизни и честно себе скажите, вы в каких-то ситуациях узнали себя? Надо сказать честно, я тоже узнаю там себя. Когда сегодня у меня была задача заниматься прополкой сорняков, мне очень не хотелось этого делать. И я узнала себя, да, что я этот момент все время откладывала. И вот, допустим, тут есть дверь одна, да, заметьте, которая называется, да, сейчас, и вы оказываетесь под холодным душем или потом. И вот это вот откладывание на потом, это своеобразный такой момент, когда нам кажется, что мы откладываем на потом, на самом деле, да, мы сделаем, мы способны, нам ничего не нужно учить, мы когда-нибудь мы сделаем это потом. И вроде бы мы совершаем в энергии действия, но на самом деле это есть комната потомов у каждого. У меня есть медитация по такой комнате, как ее разгребать. И надо сказать, когда я вошла в собственную такую комнату, я еле вошла, был такой момент, и пришлось все разгребать. Да. Хорошо, я думаю, вот эта вот картинка, круг жизни очень хорошо характеризует, когда мы подходим к каким-то ситуациям и, скажем так, опираясь на наш прошлый опыт прошлых жизней, да, опираясь на наш неудачный опыт этой жизни, мы себе закрываем уже в мыслях возможность что-то сделать, возможность сделать не так, как делают другие, и возможность фактически сделать, а не отойти от этого дела. И поэтому я бы сказала, что наш рост, не случайно эта картинка называется «Наш рост», вы видите, да, определенных людей, ребенка, мужчину, уже пожилого человека, снова мальчика, да? В данном случае здесь рассмотрен не круг, а своеобразная спираль жизни, да, и может быть и не одной жизни, а несколько жизней. Каждый раз в какой-то момент мы оказываемся у такой ступени. Вы можете это воспринимать как дверь, или вы можете воспринимать это как новую ступень. И каждый раз нам нужно выбирать. И выбирая, почему-то в нас начинают активизироваться, как в неком
компьютере какие-то программы. Мы даже не всегда можем сконцентрироваться на моменте, когда эти программы запускаются. Помните компьютер? Ну, конечно, все помнят. Да? Вы обратили внимание, что когда вы загружаете или перегружаете компьютер, у вас начинают работать даже какие-то программы, которые вам абсолютно не нужны. Вы когда-то их инсталлировали, и они начали работать. И каждый раз, когда возникает ситуация, и вы загружаете этот компьютер, эти программы активируются. Точно так же работает наше подсознание. Точно так же работают наши шаблоны, которые уже мы заложили по прошествии этой жизни или предыдущих жизней. У меня есть вопрос. Всем понятно, о чем я говорю? Что у нас есть некие шаблоны, которые способствуют именно тому, чтобы мы выбирали, скажем так, не ту дверь. Которые активизируют у нас какие-то страхи, какие-то сомнения. Вот сомнения – это очень, очень негативная энергия на самом деле. Да, хорошо. Андрей? У нас активно работает Ирина. И Сергей. Андрей, все понятно? В принципе, я говорю об очень простых вещах, которые вы и так знаете. Но иногда, когда нам говорит это кто-то, мы, ну что ли, больше можем концентрироваться или воспринимать эту информацию. Почему-то я пытаюсь тут еще записывать с программы Camtasia, и что за тут? Не совсем так работает, как бы хотелось. Вот тут тоже можно убрать, чтобы... работало как надо. Хорошо. Итак, каждый раз мы оказываемся после двери выбора, чтобы встать на новую ступень. И от нас зависит, да, от нас зависит, встанем мы на эту ступень или останемся на прежней и пойдем по кругу. Что же не дает нам двигаться? Я уже сказала, старые шаблоны. Что такое старые шаблоны? Вы, наверное, помните свои мысли, которые возникают, когда нам выпадает сделать какое-то дело, которое мы еще не делали до этого. Какие возникают у вас мысли? Напишите. Очень часто возникает вот такой шаблон «не мое дело». Это своеобразная программа вас, которая, наверное, использовалась уже многими. Моментами жизни. Да? А вот эти программы вам знакомы?
Не умею. Пусть делает кто-то. Не знаю. Не могу. Это не для меня. Это очень интересная, своеобразная программа. Что лежит, скажем так, за этими программами? За этими программами всего лишь лежит, когда вы говорите «это не для меня», что лежит за этим? За этим лежит незнание. Вы еще не были там, а вы уже говорите «это не для меня». Ну, я сделаю потом, это просто элементарная лень. И есть такая энергетика у нас, которая так и зовется лень. Не могу, в принципе, эта программа тоже связана с недостатком знаний. Ну, не знаю, это понятно. Пусть делает кто-то, это живет программа очень часто перекладывания на кого-то. И не умею, потому что никогда не делал. А никогда не делал, потому что не мог себе этого позволить. И, конечно, вылезает такая, представьте, вот иногда на консультации, когда человека смотришь, есть какая-то одна проблема, а потом вылезает такая целая цепочка. И вот сегодня, когда я пропалывала сорняки, в общем-то, и пришла эта замечательная медитация, которую я сейчас вас подвела. Так, еще никто не заснул, надеюсь, перед медитацией. Все тут, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Кому все понятно до этих пор было? Кто согласен с тем, что наши своеобразные программы – это как сорняки на нашем поле деятельности, на нашем поле жизни. Вы представьте такое поле жизни, и на нем много-много сорняков. Вот поэтому такая картинка пришла. У кого есть, кто любит работать в огороде, у кого есть огород, поставьте, пожалуйста, плюсы. Потому что медитацию, которую мы с вами будем делать, это поле, в виде этого поля. И увидьте, что вам мешает, какие сорняки вам мешают. И уберите их из вашего подсознания, из вашего поля деятельности. Уберите эти шаблоны, мешающие вам двигаться. Ну вот, человек пошел дальше. Ну, я хочу сказать, что враги, нету вообще врагов. Есть ваши мысли, что некоторые люди являются врагами. Так это работает. Соответственно, ваши мысли формируют ситуацию, что они действительно на физике становятся врагами. А может быть, это именно те люди, которые вам, скажем так, в виде негативной энергии помогают двигаться. Может быть, именно в этом плане. Я понимаю, что там идет, я чувствую, что там идет с врагами, идет тема войны.
Не хочу подробно вдаваться в эту тематику. Я сказала просто, как я это ощущаю. Поэтому слово «враги» убираем. Есть какие-то люди, которые обладают, создают негативные ситуации, заставляющие вас совершать какие-то движения, либо недвижения. Ну, замечательно. Кто еще хочет поделиться своей медитацией, своими наблюдениями медитации? Пожалуйста, напишите в чате. А пока вы пишете свои наблюдения и свои ощущения, я брошу вам несколько ссылок. Я уже обещала, что в конце нашего вебинара вас ждет подарок. И это действительно подарок. Это моя подарочная консультация для вас. Потому что ясно, что, конечно, медитации дают очень большой эффект. И я надеюсь, он у вас будет. И я верю, что он у нас будет, иначе бы я тут не сидела. Где-то в течение 3 дней, 1 недели, пожалуйста, понаблюдайте за собой, если у вас действительно есть что-то конкретное, на чем бы вы, скажем так, проанализировали этот момент действия медитации или проэкспериментировали. Итак, для вас подарок. Моя консультация по скайпу по вопросам, именно по вопросу сегодняшнего вебинара. Skype Lightland 7. И записывайтесь на консультацию. Есть еще какие-то вопросы по сегодняшней теме? Да, я хочу сказать, что если вам понравился сегодняшний вебинар, такие вебинары я провожу каждый четверг именно в этой комнате. Это уже мое, так сказать, ну, что ли, правило. Единственное, тут написано, да, 30 апреля и 7 мая этих вебинаров не будет, поскольку я сама буду находиться в поездке в Израиле. И надеюсь, я привезу тоже много интересных тем и много интересных моментов, которые мы можем рассмотреть на... Конечно, все работает. Которое мы можем рассмотреть на последующих вебинарах. Надеюсь, с Ириной лично встретиться в Израиле. Подарок для вас, моя скайп-консультация. Долго не думайте, потому что только, скажем так, кто сегодня запишется, тот, естественно, получит эту консультацию в подарок. Так, консультации стоят от 3 до 5 тысяч рублей, поэтому используйте свой шанс, это действительно подарок.
Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, какая группа там будет. Я не останавливаюсь, я учусь чему-то новому, не чему-то, а целительству по-прежнему. Я считаю, что если остановиться, то тогда ты застрянешь на какой-то определенной ступени. То допускать нельзя. У Андрея, у Ирины и у Сергея есть какие-то вопросы ко мне? Или, может быть, вы хотите рассказать о своих ощущениях? Хорошо. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, кто ощутил, почувствовал медитацию. Вернее, так будет правильно сказать. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, кто ощутил через свое физическое тело именно процесс сжигания этого грузовика сорняками. Так, пошли ответы. Да, понимаю, Андрей. Прямо на глазах. Ирина? Сергей, Сергей ничего не ответил. Сергей, вы с нами? Ау! Да. Что-то почувствовали? Ощутили? У кого на поле ничего не было? У кого не было сорняков? У всех были сорняки? Всех остальных. Итак, я повторяю, каждый четверг мы проводим вебинары по различным темам. Да, чтобы быть в курсе, какие темы будут на вебинарах, да, пожалуйста, вот я здесь сбросила ссылку на страницу. Подпишитесь на эту страницу, и вы будете всегда в курсе и не пропустите ни один нужный вам вебинар. Итак, жду вас на консультации. Используйте свой шанс. Всем пока. С вами была Ольга Бюме, Центр Энергия Жизни. Приходите еще. Пока. Всем большое спасибо за внимание и за хорошую компанию здесь.